Всем привет! Сегодня мы с вами выучим числа месяца. Дело в том, что в числах месяца японцы не будут называть привычные нам 1, 2, 3, поэтому для них необходим определенный счет. Однако вам стоит знать, что с 11 по 31 число, за исключением 14, 20 и 24, будут считаться как обычные цифры. То есть 11 это будет джу-ичи, да, и так далее. К ним просто нужно будет добавлять слово ничи, джу-ичи-ничи. Например, или джу-ни-ничи. Под этим словом, которое мы сейчас будем с вами учить, ничего уже добавлять не нужно. Готовы? Цуитачи. Цуитачи. Фуцка. Фуцка. Микка. Микка. Йокка. Йокка. Ицука. Ицука. Муйка. Муйка. Нанока. Нанока. Йока, йока, коконока, коконока, тока, тока, джуйока, джуйока, хацука, хацука, ниджуйока, ниджуйока. Понравилось видео? Обязательно подпишитесь и поставьте лайк этому видео. А те, кто хочет узнать больше или мне задать какой-то вопрос по японскому языку, пишите мне в телеграм-канал.